Еще 60 подмосковных медиков стали участниками региональной программы «Социальная ипотека». Для приобретения жилья на льготных условиях специалистам учреждений здравоохранения на торжественной церемонии в областном доме правительства вручили сертификаты. В числе счастливчиков – красногорский врач-анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Квернадзе. Вместе с ним в делегации от городского округа Алевтина Кузнецова и еще 3 фельдшера станции скорой помощи, а также 2 врача первой красногорской больницы. Все они вскоре отпразднуют новоселье. Здесь присутствуют в зале такие высококвалифицированные специалисты, которые в последнее время, и тем более весь последний, такой непростой для нас всех год, находятся в авангарде, на передней линии борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ну и, конечно, одна из наших приоритетных задач, как органы исполнительной власти, это сделать условия труда и условия вашей жизни максимально комфортными. Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора с 2016 года. За это время учителя, тренеры, молодые ученые получили более 2000 сертификатов. 1162 из них у медиков. Согласно правилам программы, участники получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и оплачивают только проценты по кредиту. Основной долг погашает подмосковное правительство.